Когда ты дофига очкарик, то камера тебе поможет. Привет, зритель. Все-таки это не слива. Это красные листья. Я подумала, может, там плоды какие. Я, как обычно, опознала коринки. А по идее, она сейчас вот самая то и свисти-свисти. Вон тут ягоды больные. Точнее, мне кажется, они обклеваны этими мерзкими птичками. Дроздами. Они в этом году пораньше, по ходу дела, созрели. И как обычно. Но еще ветки некоторые болезненные. Он тут вообще сухоцвет практически. Сушняк. Бурелом, не знаю, как. Забыла, как это называется, когда сухие ветки. Когда часть дерева откинула копыта. И ветки стали сухими. Сейчас я тебе, зритель, покажу из этой штанги, как понять, что дерево откидывает копыта. С одной стороны, это признак экологически чистого места. С другой стороны, это дерево откидывает копыта. Камера, давай уже лови фокусировку. Как-нибудь. Вот. Лишайчик. В этом году у нас косили пока только один раз. Мне кажется, если им сказать, люди, мы вам денег дадим, придите, покосите. Они и то не придут, потому что был у меня металлолом, целый год лежал. И человек, который сдает металлолом, и собирался его как бы оставь, я его заберу. В итоге его не забрал, пришлось металлолом выкинуть нафиг. Вчера я приехала, можно сказать, второй день бытия. Но так как я приехала в середине дня, ближе ко второй половине, то, можно сказать, первый день бытия. Малина моя. Каждый год, сколько не вырезай, все это, мало ягод. И крапивы дофига, сколько не вырезай крапиву. Я поняла, что надо 2/3 малины нахрен вырезать будет. И оставить только 1/3. Потому что все, что большей части я вырезала, поперло то, что оставила. Поперло жирными пустыми ветками. Я сейчас, правда, 1.5 малинки нашла. А остальное тут малина, короче, самой ветки с малинами где-то, ну, мне кажется, вообще 1/10 из всего масштаба. А остальное пустые жирные ветки. Ну, тут калина. Цвела так, как цвела. Прям горсти такие конкретные. Сколько-то ягодин еще, ну, где-то 1/2 ягодин от той горсти наметилась. И в итоге вот 1/100. Вот здесь побольше. Как бы, ну, все равно, ну, смотри. Вот такая прям горсть цветов была. Я понимаю, что из горсти цветов где-то половина, в лучшем случае, будет плодов. Но все равно как-то маловато. Хочется, чтобы сколько нацвело, столько и было плодов в итоге. Ну, в принципе, я вела камеру, чисто чтобы посмотреть, что это. Слива или красные листья. Но слива в этом году не цвела, так что, в принципе, было бы странно, если бы там были все-таки плоды. Вот так вот.